И всем привет. Я старательно лежу по направлению к прохождению. Кстати, сколько процентов осталось? Ну, change профиль, тут же написано. 64%? Я думал, гораздо больше. Ну ладно. Наверное, он считает, что кубки за стунты то же самое, что и за обычные кубки. Мне осталось тут 7 кубков. Стунты я хочу потом отдельно, прям отдельно. Все отдельно пройти. Все стунты. Плюс мне нужна для стунтов отдельная машина. Поэтому, особенно для тех стунтов, которые по кругу катаются. Поэтому сначала проходим гонки. 5 кругов. Это точно гонка на выживание. Поэтому я даже не знаю, надо ли с кем-то воевать. 5 кругов. Сейчас так вот. Бац. Бац и минус. Минус Бентон. Бац и минус я. Ну, примерно вот так вот. Там что-то все куда-то вылетели. Да что в тебя? Это я сейчас про себя. Не про Малкова. Не про кого-либо еще. Хотя вот Бентон сзади. Давай, обгоняй уже меня. Я тебя обгоню. Эх. Как все неаккуратненько происходит. Ну, вроде бы я прокачал себе грузовик свой. Свой каньон полностью. Все, что можно было, я купил. Поэтому, в принципе, возможно, этого будет достаточно. А возможно, нет. Поэтому, опять же, 5 кругов. Тут бы дожить. Эх. Как я некрасиво вылетел. Но зато опять облегчил конструкцию своего каньона. Специально для того, чтобы воевать было удобнее, наверное, для этого. Иначе я не могу найти цель, для чего я так делаю. Полторы минуты круг. Впереди, разумеется, Мартинес и Джейсон Уокер. Откуда они там? Хотел сказать Ферми, хочу сказать Джонни Уокер. Но опять же, кто ж его заставлял называться как вискарь? Так, уходим. Уходим в отрыв. Может быть, кого-то даже на круг обгоним? Ну, хэзэ. Поворот дурацкий. Я в него очень плохо хожу. Малков на третьем месте. Нонсенс. А где же Бентон? Так, тут прыжок. На этом прыжке зарабатывается азот постоянно. То есть каждый круг, вне зависимости от того, как предыдущий круг был пройден, то есть снес я там что-то, не снес я там ничего. Равно как у нас тут тоже еще один прыжок. Вот этот. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Очень плохо прошел этот поворот. Ну ладно. Это все мелочь. Там Бентона я увидел. Мартинес первый едет. Джейсон Уокер на третьем месте. Он меня хотел атаковать. Блин, а из минуты смогу ли я выехать из минуты в круг? Вообще теоретически это возможно. То есть выехать в круг из минуты, в эту гонку. Но практически. О, зарабатываем азоту. Миллиард. Так, двигло задымилось. Это плохой знак. Это все плохие знаки. Колесо на месте? Да, отлично, левое колесо на месте. Надо ехать аккуратно. У меня уже прочность практически нулевая у машины. Аккуратно ехать. То, как я сейчас еду, это неаккуратно. Ну, просто иначе было бы очень скучно. Тем более, заметьте, это всего лишь... Третий круг заканчивается. Так, Джексон кончился. Так, все, у меня колеса права нет. Это печаль. Это беда. Теперь
Теперь бы до финишу доехать. Нет, походу это будет очень долгая гонка. У меня правого колеса нет. Без него два круга проехать, ну, нереально вообще. Вообще нереально. Давайте до четвертого круга будем ехать, а потом будем воевать. Хотя... Просто надо аккуратненько. Так, чтобы нас не особо убивали. Аккуратненько всех. Потихонечку. Уничтожать. А самому не уничтожаться. Вот как сейчас. Не надо было так поступать. Вот идеальный вариант вообще. Аккуратненько. Приехал. Сбросил машинку. Все супер. Все шикарно. Машина целая. Даже сзади еще стекло не помято. Не отбито. Тут аккуратно в повороты ходим. Прыжочек. Все ровно. Блин. Ай, нет, еще все еще целое стекло. Я думал, мне его отбили уже. Здесь такой прыжочек аккуратненький. Ну, окей, встал, остановился, такой сбросил машину. Джексон подтолкнул. Шестым еду. Шикарно. Так, столб снес. Надеюсь, в следующем повороте этого столба уже не будет, потому что он мешается очень сильно. Чтобы можно было углы резать. Отлично, скорость 273. То, что нужно. Тут всех подтолкнул. Тут подтолкнул. Опа. Опа. И почти что приехал первым. Стулья. Все шикарно вообще. На первых трех местах опять это троица уже. Уже троица. Если раньше была двоица, то теперь троица. Ладно. Все. Можно передохнуть немножко. Передохнуть и вот здесь вот так спокойненько. Заработать азот. Чтобы там напрямую выжить потом. Зажечь. Там Малков уже зажигает. По полной. Малков плюс 3. Да что такое? Зеркалом, что ли, зацепился? Я ж... Вот потом посмотрите. Поставьте скорость на 25, и вы увидите, что я помещался там. Непонятно, чем я зацепился. Азота нету. Поэтому разгон только обычный. Ну, азота не было. Там нельзя срезать, я понял. Очень далеко меня откинуло. Кэти Джексон минусанулась. Еще третий круг не начался. Так, в прошлый раз это уже был финишный круг. Поэтому сейчас даже еще в плюсе еду. В плюсе. То, что здесь машину как-то сносит, непонятно. Вообще непонятно. Это меня печалит. Я шестой еду. Замечательно вообще. Ничего не сделал для того, чтобы идти шестым. Наоборот, без сбоев еду. Так, третий. Уже неплохо. Из-за одного придурка желтого я еду опять пятый. Хотя шел третьим. Вполне спокойно мог дальше идти третьим. Пора это заканчивать. Потому что нефиг. Нельзя было разве нормально проехать? Если бы человек меня тогда не толкнул бы сзади. И не скинул бы в камень. Сейчас бы еще мог бы и до финиша доехать. Но он сам на это пошел, он сам так решил. Я, как говорится, каждый раз его предупреждаю, не трогай меня. Едь восьмым, едь девятым. Зато финишируешь. Но нет же.
захотел в героев поиграть. Надеюсь, колеса у меня на месте. Потому что уж как-то очень сильно я врезался. Так, колеса на месте. Окей, поехали. Последний круг остался. Он сложный самый. Я где-то такое слышал песенку там. Последний круг, он самый сложный. И что-то сложный сам. Ну, что-то такое, короче. Так, Бентон, ушатанный Бентон. Еще бы Мартинес ушатать. Ладно, сама ушатается. Может, еще кто-нибудь ушатается. А то сейчас получается сколько? Минус трое пока что только. Мне бы самому главное не ушататься. Потому что у меня тоже как-то с хпшкой не совсем все гладко. Здесь вот надо притормозить, потому что мне здесь азот особо сильно не нужен. А у меня уже двигло горит. Именно поэтому надо как-то все аккуратненько. Тут на этих прямых они меня спокойно могут догнать, если захотят, разумеется. Поэтому лучше тише да дальше, как говорится. Тише едешь, дальше будешь. Ай-яй-яй, ай-яй-яй. Как он там не кстати стоит? Кто это? Салли Тейлор, наверное. Ух, минута 0.8. Причем это не рекорд круга, как ни странно. Но зато это лучшее время. Горящая машина. 7400. Ну, неплохо, неплохо. Неплохо, неплохо. Сойдет. Бульдозер, конечно, не взял. Че у меня по апграду? Все куплено-то хоть. А, у меня еще не все куплено. Беда. А Бракеса куплено? Бракеса не куплено. Беда. А этот куплен? Суспензион. Пензион куплен, да? Ну все, окей. Тут все куплено. Так. Да что такое-то? О, Гора 7. Гора 7. Фармлендс. 6 кругов. 6 кругов! Охренеть. Ну тут хотя бы и 40 секунд можно выезжать. Тоже сойдет. Так. Чуть-чуть азота. Чем я зацепился? Не, это не порядок. Это ненормально. То, как я начал. Опять не понял, чем я зацепился. Чем-то. Чем-то, наверное, зацепился. Так, 6 кругов. 6 кругов. Это что значит? Это значит гонка на выносливость очередная. Поэтому, в принципе, можно не особо здесь ни с кем не воевать. Они все равно все убьются. Единственное, что хотелось бы, чтобы я их убил, конечно. Но тут круги короткие. Поэтому, как бы, хоть это и гонка на выносливость, из-за слишком коротких кругов, эта выносливость будет так себе. И вот так вот по Бентону прокатились. Можно выруливать. Тем более сейчас все равно все. Вот так вот. Вот так вот. Все, отлично. Хотелось бы, конечно, чтобы его убило. Ну ладно. Так тоже неплохо. То, что с ним произошло. На первом месте кто? Мартинес. Надо ее догонять. А уж там сзади кто едет. Кто хочет, тебя догонит. Хотя Тейлор вот сзади что-то от меня пытается добиться. А надо Мартинес догонять. Что-то она как-то уехала, слишком уехала вперед. При этом у меня самый быстрый круг. Угу. Сбросься, пожалуйста, пожалуйста, сбросься, пожалуйста, 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 пожалуйста.
Как вот тут играть, если, блин, я нажимаю на кнопку сброса, находясь вне трассы, а машина не сбрасывается? То есть, чисто теоретически, чтобы мне машина сбросила, мне надо, чтобы было написано Press Reset. То есть, мне надо было вместо тормоза нажимать на газ. Это как-то странно, согласитесь. Газовать вместо торможения. Когда тебе надо, чтобы тебя машина сбросила. Так, минус. Угу. Мартинес читерит. Уворачивается от тарана. Ладно, заработаем чуть-чуть азота. Прыгаем. И, наверное, поедем на самый быстрый круг. Угу. Сейчас бы ошибаться в простейших поворотах. И по-любому тут же, в этот же момент, там кто-нибудь, какой-нибудь Бентон выполняет самый быстрый круг. И он проедет, я его сейчас проеду, выеду из 40 секунд. А он, ну и 40 я вряд ли выйду. А он выйдет из... Блин, это еще и не рекорд круга. Как так? Самый быстрый круг, но не рекорд круга. То есть мне, я не мог, все это время опять давил на кнопку сброса и опять не мог ничего сделать. То есть у меня был единственный выход, вот как раз выехать оттуда. Но на этом времени я потерял массу. Ну хотя опять же, это может быть такая механика игры, что нельзя просто так взять и выехать. Интересно, кто здесь все забульдозерил? Что-то мне подсказывает, что это сделала Мартинес. И она опять получит бульдозера. А я вряд ли получу все три остальных награды. По той простой причине, что там кто-то очень хорошо воюет сзади. Ну вот я просто вижу. Шестой круг. Надо поддавить. Интересно, на чем я сделал здесь самый быстрый круг? Неужто на Лентусе? Почему мне так сложно выехать из 40 секунд? Нет, вот он самый быстрый круг. Рекорд. 37 секунд. Все просто. А кто быстрее? Никого быстрее нет. Вторым Мартинес, третий Бентон. Окей, допустим. 2700 всего. То есть, нет, я первые три взял все-таки. Странно. Я был уверен, что не возьму. Мартинес за мной идет. Не, ну Бентон вообще уже слит. А вот то, что Мартинес за мной, второй раз, а вторая проезжает. С этим надо что-то делать. О-о-о. Каналы. Каналы, 5 кругов. Самая длинная трасса каналов и 5 кругов. Это там, где я на Фортюнере катался. Я помню это. Так, здесь надо разгоняться, потому что сейчас будет мясо. А там мясо сзади. Мяско. Я бы так сказал. Ну ладно. Аккуратненько, аккуратненько. Сейчас тут все поедут. Аккуратненько. Отлично. Это Вин. Ну чё, где они? Как долго ждать приходится, когда там мясо происходит? Ну, все уже. Этот Джексон может и не доехать. Джексон не доехала. У Тейлор тоже машина уже подубита. У Картер машина подубита. Они все уже подубиты. Но ждать их приходится очень долго. Ну давайте. Мартинес. Подушатайте Мартинес, пожалуйста. Че, вам сложно, что ли? Мне даже Бентон сейчас не так важен, как Мартин, чтобы Мартинес убили. Ну ладно. Тейлор между тем уехала вперед.
она решила финишировать на первом месте. Посмотрим, что из этого получится. Так, ну что, Тейлор, пора заканчивать. Бентона тоже, наверное, надо закончить. Не успею. Мне кажется, Бентон сейчас кто-нибудь другой закончит. И пора уже поберечь свою машину. А то вся вот эта вот тема не сохранится. Поэтому ладно. Пускай едут. Пускай едут. Бентона я еще догоню. Нет, а кто-нибудь другой его закончит. Хотя, может, и я. Минус Бентон. Кто там каким едет? Может быть, уже остановиться. Второй круг, все. Рэй Картер минусанулся. Мартинес и Уокер. Ладно, все. Дальше еду так. На расслабоне. Аккуратненько. Потому что уж очень непредсказуемая трасса. Там Мартинес, он опять зажигает. Боком едет. Лучше аккуратно. Тише, тише, как говорится, но дальше. Тише едешь, дальше будешь. Я лучше вам бульдозера пособираю. Ну, она там врезается. На полной скорости. А где Уокер? Что-то меня занимает этот вопрос. А вот Уокер. Мартинес не об меня взломалась. Это, конечно, грустно. Ну, ладно. Сколько у Уокера ХП? Ой, ехай. Ну, ехай. Может, поедешь? Промахнулся. Я остался один. Не, ну я как бы, конечно, подозревал, что такое возможно, когда ты всех выносишь и остаешься один вообще. И что дальше делать? В принципе, я могу уничтожиться. И у меня будет первое место. Я, кстати, никогда так не пробовал. Что, если уничтожиться последним? А давайте попробуем. Потому что это же интересно. На самом деле интересно. Что, если уничтожиться? Если что, я перезайду гонку. Мне осталось-то, получается, совсем немножко. Я уже без колеса еду. Так, и остался последнее столкновение. И... Чего, нет? Серьезно? Да что у вас? Я думал, я уже сейчас врекнусь. Ну ладно. У меня еще есть место, где врезаться. Правда, я уже без правого колеса еду. Сюда. Нет, не сюда. Дальше. Сюда. Все, я врекнулся.